Всем привет, с вами Артур. И сегодня у меня в ремонте Toyota Yaris 2003 года выпуска. Это машина моей дочери, машина не новая. И естественно, в некоторых местах появилась ржавчина. У меня появилось свободное время, и я все эти места решил подшаманить. Ну и как обычно, основные места ржавчины на автомобиле – это колесные арки. Ну еще бывают пороги очень часто, но в этой машине пороги довольно-таки в хорошем состоянии. А вот правое заднее крыло здесь подгнило сильно, до дыр. Ну что, буду начинать ремонт. Для начала поднимаю машину, ставлю на колодки, снимаю колеса, бампера, фары. Все, что мешает, я снял, и теперь могу бороться с ржавчиной. Начну с самого страшного — заднего правого крыла. Убираю рыхлую ржавчину. Обрезаю края этой дырки и вставляю новый кусок металла. А теперь на ремонтируемое место наплавляю олово. Thank you.
Это заднее крыло я закончил. Теперь обрабатываю и удаляю ржавчину в остальных местах. После того, как я удалил ржавчину, я обработал ее преобразователем ржавчины. И теперь шпаклюю, грунтую и крашу. После того, как машина была покрашена, я собрал ее и добавил немного своего дизайна. Ремонт этой машины закончен. На сегодня у меня все. С вами был Артур. Подписывайтесь на мои новые видео. Пока!